Нахера оно тебе надо вот это? Выходи отсюда. Мы уже с него взяли деньги. Проси у него никакой админ. Мам, да я утоплю на телефон, что мне арена меня. Я тебя сейчас утоплю. Руки поотрываю. Все, смотри, мам. Есть твой телефон, будешь сейчас топить. Ну-ка, стой. Телефон-то положь. Вот, я утоплю же. Стой, я тебе сказал, куда пошел. Положь телефон. Давай, я утопить побежал. Ты дурак, зачем ты... Нормальный, что ли, а? Смотри, все, сейчас утоплю твой телефон. Он мне админку потом вернет. Смотри. Зачем ты телефон-то бросил, дурак? Зачем ты телефон? Смотри. Все, смотри. Ты чего? Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. Часть вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть на ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. Поэтому, если вы хотите также снимать анти-Грифер шоу, тогда становитесь владельцем сервера, на который как раз действует скидка, и снимайте эти прекрасные ролики анти-Грифер шоу. Ссылка на IP сервер находится в описании ролика. Друзья, мы летала себе на сервере, никого не трогала, и знаете, кто имеет честь мне написать? Тот, кому я проиграл 50 тысяч рублей в суде. Так, вы меня хорошо вообще слышите? Да, на всякий случай. Он мне просто опять это херачит и пишет, верни админку, черт и матные слова. Я вообще, я в офиге, что происходит? Как он имеет честь вообще мне писать? Откуда у него столько совести? Мне противно с ними сейчас разговаривать, с этой семьей. Я им... Он еще мне звонит. Он мне еще звонит. Ну хорошо, давай... Я уже зашел просто на сервер. На сервере я играл свою. Алло. Алло. Ты чума, верни админку. Какой тебе чума? Ты как со мной разговариваешь вообще? Как это так разговариваю? Верни админку, верни. Ты с какой целью мне вообще звонишь? Я и так вам 50 тысяч проиграл в вашей семье в суде. Я и так что? Полбюджета своего отдал на вас. Ты еще звонишь и требуешь с меня админку? Ты что да, несешь? Да, ты мне админку забрал, верни. У меня все подписчики вашу семью презирают вообще, ты я понимаешь? Я хочу играть в том сервере, верни админку. У меня все подписчики знают, кто вы вообще. Знают, что вы сделали с моим бюджетом денежным. 42 тысячи. Я сейчас Грифер, верни. Ты реально требуешь от меня админку сейчас? Да. Ты издеваешься? Да, ты чё, чума, верни админку. Ты реально вот сейчас говоришь? То есть ты реально... Реально, ты чё, придурок, я реально говорю, верни админку. То есть после того, как я проиграл тебе 50 тысяч рублей... Ты что за них деньги платил за эту админку? А, так купи на них на 50 штук, я тебе 50 штук заплатил. Купи на них админку. Зачем ты мне звонишь? Купи, не верни мою админку. Ты... У меня слов нет, слышишь? Мне ты с тобой чувак, настолько позорно разговаривать. Кто я, крыса? Быдло. Быдло? Мне да, с вами быдло. Разговаривать вообще противно, потому что... Фу. Мы с тобой противно разговаривать, ты чума. Так а на какой черт ты мне вообще пишешь тогда, зачем? Чтоб админку ты мне вернул. Я тебе не верну админку, я тебе только хрен с маслом верну на булке. Прям тебе. Ты че, козел, верни админку. Ты че заладил, ты завис что ли? Это ты придурок, дай мне бы админку, мой придурочный. Я просто разговариваю с тобой в скайпе только из-за того, что я хочу понять, что тебе от меня надо. Я понял, что ты вообще, ты такую ересь несешь. Какую ересь? Ты что, вообще дебил? Верни админку, которую забрал. У меня слов нет. Верни админку. Ты что там орешь, как ненормальный? Какую тебе админку надо? Чтобы о! Я хочу на его сервере грифить, чтобы он вернул мою админку. Тебе мало уже? Мы уже с него взяли деньги. Чего ты опять лезешь к нему? Да мне мало, я еще хочу админку вернуться. О, грифить, мама, да, появилась? Да, мама, и что? Я вам да, проиграл там 50. Не лазь, ничего не проси у него. Все, верни админку. Я тебе говорю, отцепись от него, не проси у него никакого админку. Вон, тебе мама правильно говорит. Нахера оно тебе надо вот это вот? Я к нему сервер гриферить. Обойдешься, давай. Выходи отсюда. Да мам, нет, я буду грифер на его сервере. Срифер, грифер, ты смотри какой. Я твой телефон утоплю. Я тебя сейчас утоплю. Все, я пошел топить твой телефон. Я тебя сейчас утоплю. Какой телефон ты вообще уже чеканутый, что ли? А, хочешь на видео сниму, как я буду топить телефон? Мамин. Мамин телефон. Я сейчас сниму тебя. Да, на видео буду топить. Тебе сейчас мама башку оторвет. Я его затоплю. Ага, в сортире прям. Я тебя утоплю сейчас. Я давай. Не мне решать, я топить телефон или нет. Вообще уже чеканулись. Давай я топлю твой телефон. Мамин телефон, а ты мне админку вернешь. Я тебе не верну все равно админку. Давай. Я тебе не верну все равно админку. Я по скайпу позвоню, буду телефон топить. Делай, что хочешь, я тебе не верну админку. Я, давай, я... Почему? Давай, топи, я потоплю на скайпу. Ты маму свою слушай, она я тебе... Тебе ему, вообще дебилы. Тебя сейчас мама убьет вообще. Сколько по вам да плачет? Да все, давай я утоплю, и мне админку вернешь. Делай, что хочешь.
Ну что, давай, сейчас позвоню по скайпу тебе. Делай, что хочешь. Мне вообще противно с вами разговаривать. Ты вернешь? Делай, что хочешь. Я верну. Отцепись от него. Почему? Что ты к нему лезешь? Тебе мама вон правильно говорит. Пусть я телефон утоплю. Я тебя утоплю сейчас. По голове тебе утоплю. Тебя в унитаз смою. Мам, да я утоплю твой телефон сейчас. Ты меня не ори на меня. Я тебя сейчас утоплю. Ты смотри, какой грамотный. Совсем. Руки поотрываю тебе. Совсем. Да, мам, я утоплю, правда, сейчас. Я не шучу. Ты ненормальный, что ли? Сейчас скорую вызову. Я хочу, пускай тебя хочу играть. С этими играми с ума сошел. В дурдом тебе надо сдать. Что, делай? Сейчас я... Давай, я звоню, пускай по телефону и на видео покажу, как было утопить. Что хочешь сделать? Сейчас, подожди. Ага. Фу, противно с ними разговаривать вообще. Просто противно. Чего он мне там звонить собирается? Мне вообще нет того. О, мне еще и звонят. Сзади. Кто мне звонит? Он все-таки имеет честь опять мне звонить. Ты че опять звонишь мне? Мы же с тобой вроде поговорили. Я хочу утопить телефон. Говори громче, тебя не слышно. Ну телефон хочу утопить. Стой, ты вебку включил? Погоди, 5 сек. Все, смотри, мам. Видишь, твой телефон будет сейчас топить. Ну-ка, стой. Телефон-то положь. Вот, я утоплю же телефон. Стой, я тебе сказал, куда пошел. Положь телефон. Давай, я утопить побежал. Ты дурак, зачем ты... Нормальный, что ли, а? Смотри, все, сейчас утоплю твой телефон. Он меня двинку потом вернет. Смотри. Зачем ты телефон-то бросил, дурак? Зачем ты телефон? Смотри. Ну, дебил. Все, смотри. Ты че? Да, мам, не надо, не бей меня. Да, мам, а? Смотри, все. Все, господи, совсем с ума сошел. Тебя утопит, да не утопит. Все, больше знать не хочу вас. Семья ненормальная. Дура. Вы видели, что он сделал? Вы видели, что сделал этот человек? Он кинул мамин телефон в туалет и смыл его вообще. С ума сошел. Че наделал? Это че за семья? Она что творит? Мне смотреть вообще страшно. Я выложу это видео, ребят. Хочу, чтобы все видели, что это за семья. Что там за сын, который выкинул телефон в туалет? Просто... У меня нет слов, ребят. Я удаляю этих ребят из скайпа. Я их держал зачем-то. Сейчас. Удалить из списка контактов. Добавить черный список. Да, все, я удалил. Я больше не хочу с ними иметь никакого дела. Мне противно на них смотреть. Мне тошно. Я умываю руки вообще. Я больше ничего знать не хочу. Ребята... Как-то давайте, я не знаю, ставим лайки за то, что... Я не знаю, за что ставим даже лайки, но просто давайте поставим лайки. Мне стыдно вообще за таких людей. Все, утопить мамин телефон. Все, я ничего больше не хочу, все. Всем пока, спасибо за просмотр. Всем пока. Друзья мои, всем привет еще раз. Я хочу сказать о самом главном, что происходит у нас на сервере. Я не мог об этом не сказать, это наша разработка, на которой мы старались. И все это было сделано для того, чтобы вы смогли бесплатно получить админку. Совершенно все честно. Для этого что вам нужно сделать? Зайти на сервер, да? Просто вот так погулять, посмотреть, как здесь хорошо, как здесь круто, да? Как здесь все устроено. У нас есть такой, смотрите, администратор. Администратор, здесь написано: хочешь получить основателя бесплатно, пропиши команду free. У нас есть мой заместитель. Мой заместитель. Или я, это же я часто здесь стою. Смотрите, здесь написано: хочешь получить админку бесплатно, пиши команду price, а здесь команду free. В общем, все просто. Если мы пропишем команду free, то мы увидим, что мы можем получить бесплатный донат либо за убийство, либо донат за время. Донат за время здесь вот, смотрите, нужно отыграть определенное количество часов, закрыть. Либо можете донат за убийство. Смотрите, здесь у нас выпадает из кейса целый основатель сервера может выпасть из кейса. Вот, вот это все победители. Вот они получали вон основателя, админа, премиума. Это лента у нас победитель. Смотрите, чтобы получить ключ, нужно убить 20 игроков. Вы убиваете 20 игроков, открываете кейс и получаете админку бесплатно. Я не мог об этом не сказать, потому что это наша разработка, созданная специально для вас, для админки бесплатной. Да какой админки, ребята, вы можете получить целого основателя сервера бесплатно, который может банить, кикать, что угодно делать. Поэтому IP в описании ролика, заходи, играй. Можешь просто ничего не делать, заходите играть, бегать, и со временем у тебя и так будет админка, просто ее можешь получить. Либо убивать игроков и зарабатывать ее своим трудом. Спасибо за внимание, всем пока. Я не мог об этом не сказать еще раз. IP в описании ролика, она здесь очень много, и мы рады вас видеть. Все эти мобы летают здесь круто очень у нас. Заходи, заходи.